Хей, гайс, мы Шимики, и мы продолжаем проходить игру под названием Dark Souls. Короче, я где-то что-то в Вики прочел, что отсюда, по идее, как-то можно отправиться, оказывается, на другой костер. И я смог с деревом поговорить, ну, в плане не поговорить, там была осмотреть кнопка. Значит, мы отправляемся пока что сюда. Я очень рискую. Я сейчас очень сильно рискую. В том плане, что у меня 55 тысяч душ. И кажется, если не ошибаюсь, это как раз то место, там, где ходил тот чудик, помните? Человеческая фигурка, две штуки. Тусклый уголь. Тусклый уголь. Уголь, источающий тусклый свет. Это пламя почти погасло, но все еще демонстрирует удивительные живучесть. Может быть, это его обычное состояние? Это его необычное состояние, ребят. Так. Ладно. Сюда еще свернемся. Я решил просто по кузнецам полазить, понаходить где-то заточка, ну, как оно, усиление оружия на какой-то эффект. И я вспомнил, что здесь челик что-то простил. Походу, это оно. Огонь? Огонь. Я чувствую на тебе огонь. Я кузнец Макдаф. Все, что мне нужно, лишь немного огня. Тогда дай мне этот уголь. Живее, недоумок. Ага, какой чудесный уголь. У тебя есть камни. И гадалки не ходи. Дай мне камни, и я усилю твое снаряжение. Вот, закалочка наша. Вот только на что закаливать мы будем с вами. Вот это уже спорное решение, ребят. Потому что на... Старый камень простоты. Необходимый предмет. Грубый камень. У меня он один только. Но я думаю, лучше маракуму делать. Усилить оружие. Теперь у нас... Ух, урончик. А, так он еще и остается заточечка. Ништяк. Все? Я его все заточил? А ну-ка. Подожди, подожди, подожди. Хо-хо-хо. Просто идеально. Дамаги. 483. Все, можно сказать боссам пока. Купить предметы. Что у тебя вообще тут есть? Давайте посмотрим. Для начала. Да, купить. Большие стрелы. Есть. Шмотка с починкой. Усиление снаряжения. Можно взять, в принципе, порошок для починки. Утикатана есть. Нихера себе. Но у нас идеальное оружие есть, поэтому все. Огонь. Милый огонь. Так, отправляемся в Междумирье. А, теперь я буду затачивать свой вот этот меч. Другой. Ну, пока что этот имбовый, потому что у него урона, мама не горюй. Продолжай, проклятый. У тебя нет иного выхода. Так, поехали, новый уровень.
О, ячейка все одна появилась, найс. Ну и давайте на новый уровень мы с вами. Больше не знаю. Силу дальше улучшать, ну такое. Ну мне либо вера, либо интеллект надо. Там вера нужна для хилов. Теперь вкачиваем веру онли. Ладно, фляху попозже улучшим. Снова ты? Да, снова я. Хотя, можешь оставить на что-то. А ну-ка, сейчас. Порошок починки можно купить. Вещи. Ой, подожди. А чё мне так много дали? Ну чё, в принципе, всё. Флягу ещё осталось улучшить по-быстрому. To see luck, however. Так, а теперь что мне делать? Знаешь, что ты несешь источать свою душу. А без души ты превратишься в пустоту. Держись и не теряй надежды. Даже тогда, когда твое время почти стягнет. Нихера не понял. Но единственное, что я могу теперь понять, то, что мы можем здесь походить, посмотреть, что еще мы можем найти. У меня есть еще ветвь былого, которую я могу использовать на челька, который в тюрьме сидит. Как вариант. А, нихера себе. Получился самосодержание большой осколок титанита. Чтоб меня в спину никто. Идеальное орудие для смерти. Там где-то девчонка, да, была? Да. Ну, слушайте, может быть, теперь мы даже здесь босса сможем убить. Помните, там летающие херовины какие-то были? Надо понимать, что... Ах, говнюк. Я знал, что так произойдет. То, что вижу, до хера почек. Логично было, что произойдет. О, я понял, до свидания. Там.
Все? Найс. Кольцо с серебряным змеем, человеческая фигурка, ароматическая белова, еще одна ветвь. И по идее еще одно кольцо, да? Ветвь. Полукруглый топор у нас был. А, у меня теперь просто... Так, подожди, у меня такое же было. Странно. Ага, у меня кольцо... Кольцо тьмы теперь. И кольцо кровоточания. Две штуки. Все. Больше ничего нету? Окей. Я что-то надеялся на большее. Так, подождите, а куда мне тогда идти? Во-первых, мы можем сейчас с вами, как вариант, походить и поубивать некоторых NPC. Также я должен найти и понять, где находится еще доп. Локация. Давай слазь сюда ко мне. Обычный плод. Так, мне получается 2500 нужно для того, чтобы призвать девчонку. А, и псов уже этих больше нету тут. Отправиться маншулу. Да, отправиться маншулу. Мне просто на самом деле интересно, если там везде я могу попасть, тогда что за девчуля может открыть мне таинственный проходик? Да, вот он там. Пойди здесь. Вижу, тебе выдается то еще путешествие. У тебя с собой должно быть несчислимое множество душ. Это должно быть прекрасно, переместить путь, да. Ну что ж, ступай. 5 предметов, что у тебя вообще есть здесь? Кольцо увеличит веру. Выберите покупать заклинание. Это типа, что херня приз... Вот это бы я купил за 2500... за 2400. Телепорт обратно домой. Да будет перед тобой с тобой сила чудес. Так, красная вода. На самом деле я вообще не знаю, куда идти. Но я пришел в какую-то довольно темную локацию. Надеюсь, оно того стоит. Кем бы ты ни был, оставь меня. Уязвимость слабого может развеять тьму. Оставь меня в покое. Меня интересует лишь одно. Тьма? В тебе ее и близко нет. То, что я еще в человеческой форме. Оставь меня в покое. Да. О, роща охотников. Найс.
стоит. Все нормально. Теперь я смогу ящерок убивать. Подожди, а насколько все-таки у меня ударов? Раз, два, три. У нас 4, правильно. Тупая херня. Я думал, это грибы делают. Спасибо за факел, который мне нахер не сдался. О, это шо, катакомбы, очередные могилы? Где я буду по полу жизни убивать врагов, которые будут всегда воскресать? Прикольно. Надеюсь, нет. Тогда мне придется оружие затачивать на этот, на свет. С какой-то из орудий. Сука. А, то есть ты дождался, пока я выйду. Мало ты умный чел. Всем бы твою умность. Ну слушайте, так хотя бы свет создается. И это радует. Да ладно. У тебя одно хп, и ты выжил. Что, с тебя дубинка выпала? Питательный ножик. Так, начнем с того, что я могу сюда спуститься, это раз. Во-вторых, что тут челик пытается сделать? Это два. Красное око. Дальше могу сюда спрыгнуть. Вопрос, стоит ли оно того? Но чувствую, мне все равно сюда прибежать потом стоит. Но у меня человеческий облик, нужно не забывать. Ладно, давайте попробуем. Круто. Круто, тень. Просто невероятная. Прыгучесть. На самом деле я ничего не теряю, но, блин, я теряю облик.
А, точно, я же с тебя шмотку не забрал. Зато тут факела можно нафармить. Неплохо. Плоды, плоды, плоды. Мне все равно, мне сейчас главное душу забрать. А, нихера. А, я щит сделал. Нет, щита нету. Щит был? Щит, нет, щит нет. Щит был? Нет, нет, какой щит? Нет. Там щита не было. Я не видел. Щита, щита не было. Мне кажется, надо с моста прыгать. Хотя... Да. Все, все, я это сделал. Просто угол побольше взял, прыжка. Серьезно, блин, а я-то думал. Там еще нужно, блять, на определенный камень ебучий прыгнуть. Так, талисманчик. У-ху-ху-ху-ху-ху. Ебануться, ебать. Монетам Василиск. Чел, спасибо, что там светишь дорогу. Не, так я на него, конечно же, не спрыгну. Я чё, больной? Хотя можно попытаться. Типа, я почти, считайте, ничего не теряю. По факту. Сука. Не хочу просто так на него прыгать. Плюс я вижу, сколько у него хп. Но он большую территорию охватывает своим рыгачем. Если я вижу, я туда стреляю, значит, я, наверное, там могу попасть.
Вы, короче, идите в шопу. Вещи. Забейте. Встать под меч можешь, приятель? Встань, пожалуйста, под мечок. Сейчас я тебя позову, чтобы ты ко мне подошел под меч. Тупые грибы. Тупые грибы. Хотя я могу еще попытаться достать то, что там, на грибе. Типа, у меня два варианта. Либо спрыгнуть и его убить. Но я знаю, что его по-любому убьет. Я хотел грибок забрать. А ничего, что здесь как бы стена, которая должна убраться. В чем подвох? Рикардо рапиром. Так, маленький синий плод. Маленький синий плод на время увеличит защиту от магии. Такие плоды каждые несколько лет появляются на это расстоянии растениях. Их цвет и эффект зависит от погоды и качества почвы. И еще с давних времен эти плоды применяются в религиях. Так, плод увеличивает защиту от огня. Красное око. Опа. Красная вода восстанавливает здоровье и заряд заклинания. Вода алого цвета и неизвестного происхождения. Восстанавливает здоровье и заряд заклинания. Некоторые называют ее красной святой водой, но не все признают ее святость. Ту-ту-ту, сломатый меч. Рикардова рапира. Рикардо, ты это танцор именно? Изящно украшенная рапира считается, что она принадлежит принцу из древней легенды. Существует множество вариантов легенды про странствующего принца, который в итоге стал нежитью. Большинство этих рассказов трагичны, но бывают и исключения. Тун-тун-тун. Так работает. Большая душа Полова. Где я вообще нахожусь? Куда я иду? Фиг его знает. А, да ладно. Где я вообще нахожусь? Я понял, где это. Нож бандита. У нас, кажется, такое есть, да? Нож с расширенными кромкой. Особая форма позволяет наносить раны, которые не скоро заживают. Солдаты для темных дел популярны среди темных личностей.
Так, ничего, здесь можно зажечь. Самоцвет жизни. Чё ты не взял? Серьезно? Из-за того, что у меня самоцвет? Ладно. Прикольно. То есть я даже не могу собирать предметы, которые у меня уже заполнены. В чем здесь подвох? Теперь они меня заставляют использовать постоянно самоцвет жизни. А, так мне не подняться, да? Ну ладно. Непонятно, зачем чел туда пошел. Ну, дело его. Я вообще уже не понимаю, куда мне идти. На мост? На мост я не допрыгну. Сюда мне как бы тоже не попасть. Возможно, может быть, там снизу где-то был, да, проход. Давай, поднимайся, окей. Фу, просто если бы тут была дыра... Было бы не очень приятно. Так, сейчас потек. Короче, я так подумал, давайте я найду, куда нам идти, и мы продолжим. Давайте попробуем зажечь. О, тут тень есть! Ребятки, я знаю, кто это. В первой части были такие. Гладкий шелковистый камень. Ну это просто дырка. Короче, я так подумал, давайте, наверное, вернусь туда, где я аж был изначально, там, где костер, и я попытаюсь спрыгнуть к тому грибку. Поэтому хлоп. А потом я что-то вспомнил, что здесь же была лестница. Но я хочу все-таки, ребят, попытаться достать этот грибок, который находится внизу. Но снова же, нам нужно как-то так спрыгнуть, чтобы я при этом еще не сдох. А я чувствую, что, как обычно, это получится через жопу. Ну, ладно. Опа, ядовитый мох. Ну все, здесь... Здесь ничего. Ну что, думаю, тогда давайте на этом закончим. Воу-воу-воу, тихо, чуть не упал. Мы с вами на этом закончим, поэтому всем спасибо. Либо давайте попробуем, ладно, вниз спустимся. Спустимся вниз, хорошо. Все, мы здесь. Оу-оу-оу, мышка, мышка, ты куда? Но я туда все равно один хер не допрыгну. Ну ладно, пошлите. Новый какой-то враг. Стоит такой, одинокий. Так, здесь я видел, что-то валялось. Да, для ударов немного это херово. Меч. Большая душа мертвеца, маленькая оранжевая что-то там.
Давай, приятель. Уху-ху. Уху-ху. Нихера он выносливости снимает. Так, хоп-хоп. Больше нигде нету, не висят. Сама цвет жизни. Ядовитый мох. Чё ты меня обманываешь? Что ты бегаешь по кругу? Так, это проход на другой мост, да? Так, там еще кто-то и стоит при этом, Здесь никого нету. Странно. Минус предмет еще. Ядовитый мох, самоцвет жизни. Ну, сорян. Ну ладно, не такой сильный, как я думал. Ароматная херь. Так, подожди, приятель, а куда ты тогда бежал? Моргенштерн, большое... Что-то... Дубина с рукоятью и шиповным на вершине. Шип этого дробящее оружие вызывает кровотечение. Это оружие клириков, оно выготовлено... Оно довольно кровоточащее. Подожди, ты меня сюда вел или куда? А, он меня сюда вел. Место на самом деле такое. И чё? Понять, что вообще произошло? А, я ворота эти открыл. А-а-а. Понятно. Ту-т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 у
зеленый мох. Без ловушек, без ловушек. Очищенный прах. Найс. Копье души. Прочту позже. Так, давайте, ладно, на эту сторону моста. Хорошо, фляги лучше используем. Я пока что быстренько бегу туда, куда я могу побежать. Снова развилка какая-то. Ой, бля. Скелетик, скажи, что одноразовый, пожалуйста. Тихо, челики. Мне хп надо. Вау. Ладно, давайте, ребята, сегодня на этом тогда закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Ага, вы думали конец? А нихера, ребят. Я пришел и отомстил этим тварям. Треснувшее красное око. Прикиньте, их тут оказывается пятеро. Я не знаю, что я сделал. Стоит ли мне идти по мосту? Я так подумал. Если он тут один, без базара я с тобой сражусь, чел. Понял. Адиос. Ой, бля. Что это уже не твоя, да, тропина? Если пойдешь сюда, ну я тебя скину. Все, иди нахуй. Всем пока. И сейчас серьезно, всем пока. До следующей серии.